Ajanulambita bhujau kanaka bodhatu Shankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tvam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagisha jushu badane Lakshmi jasya cha vakshasi Jasya stehide sambhid Vam nishinga maham bhaji Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare, Hare. Kala karma gunadhino deho ayam pancho bhautika. Kala karma gunadhinam deho ayam pancho bhautika. Katham anyangstu gopayet. Kalo karma gunadhino deho ayam pancho bhautika. Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru told. Paramahamsa Jagadguru сказал. For Paramahamsa Guru Vaishnava Seva, I am ready to go to hell for infinity period with due contact. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, ради служения Гуру Вайшнавам и Парамахамса Гурудеву я готов отправиться в ад навсегда. I mean, whatever I have, even my body, mind, everything, I am ready to sacrifice for my. Это настроение, когда все, что у меня есть, я готов отдать Гурупада Падме, это и есть настоящее предание. When I am ready to give everything, all my body, когда я готов mind, speech, отдать, have, вручить свое. Свой ум, свое тело Гурупада Падме, пожертвовать ради служения ему всем. Это и есть Гуру Сева. Шрила Вишванатха Чакуртви Пад говорит, что в материальном мире существует много видов Гуру Севаков. С разными настроениями люди приходят служить Гуру. И некоторые из них лишь притворяются. Кто-то совершает служение, как им вздумается,
делают что-то и думают, что тем самым они удовлетворяют Гурудева. Они не задумываются, действительно ли это то, чего хочет Гурудев. Есть те, кто служит подобно наемным рабочим, чей рабочий день длится на протяжении 8 часов. По его истечению они просто уходят домой. Итак, некоторые думают, что я послужу какое-то время, а затем буду отдыхать. Так вот, это не есть настоящее служение. Можно увидеть в храмах, что настоятели дают определенное служение тем, кто живет в Мадхи. Они исполняют его, это занимает у них час-полтора, а затем делают то, что хотят. Но что есть подлинное Гуру Сева? Следовать Гуру Пада Падме полностью во всем. Наша Гуруварга осознает трансцендентное желание Гауранги Махапрабху. Об этом говорится в этой шлоке. Шри Чайтанья Мано Бхиштам. Вайшнав знает сокровенное желание Махапрабху. Рупа Санатана Джива Госвами Патрагуна Дас Госвами Гапалбата. Хотели вы исполнить желание читания Махапрабху. Чайтанья Махапрабху дал наставление Санатане Госвами исполнить определенное служение. Точно так же Рупи Госвами Махапрабху дал служение. И всю свою жизнь они исполняли его. Они делали все и даже больше. Бывает так, что Гурупад Падма не говорит открыто о своем желании. Но подлинный ученик — тот, кто чувствует сердце Гурупада Падма. И в соответствии с желаниями его сердца, с желанием сердца Гурупада Падмы, он исполняет служение. Такой ученик может понять сердце гуру, несмотря на то, что гуру может и не говорить открыто о своем желании. А все остальные, как правило, служат в соответствии со своими представлениями. Они думают, что то или иное служение обязательно порадует Гурупада Падмы, и поэтому делают это. Майя безвластна перед подлинными гуру севаками. Майя должны бояться только те, кто гуру севаками не являются. Для настоящего гуру севака майя не представляет большой проблемы. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна.
она описывает плачевное состояние материального мира. When you are yourself in Maya, when you are yourself in Maya, how you can save others? Как вы можете помочь другим, когда сами находитесь в Майе? You cannot save others. Конечно же, это невозможно. Если вы не умеете плавать, но пытаетесь помочь тому, кто тонет, разве вы спасете его? Тонущий ухватится за вас. И тогда оба утонут. То же самое происходит в материальном мире. Это описывает Бхактивинода Тхакур. Те, кто сами не избавились от влияния Майи, проповедуют. Те, кто тонут, помогают, якобы помогают тем, кто также тонет. Бхагаван Шри Кришна говорит, что каждая дживатма тяжело страдает в этом мире из-за влияния Майи. Бхагаван вечен, джива также вечна. Кала — время, карма и майя. Это пять ипостасей. Если пять таттв, Веданта Сутра, Упанишады описывают пять этих таттв. В той или иной степени они дают описание, то есть они говорят об этом, о пяти этих таттвах. О Ишваре, о Дживе, о времени, о Кал, о Махакал, о карме, карма Анади и о Майе. Пять этих таттв вечны, и все шастры говорят о них. Здесь нет тех, кто вышли из-под влияния Майя. И если и появляются здесь, в этом мире, такие личности, то даже по их внешности можно это определить. Чистые гуру и вайшнавы. Если мы лишь взглянем на них, то сразу поймем, сразу почувствуем сияние, исходящее от них. Лишь взглянув, мы поймем, что они не из этого материального мира. Поэтому
по их деяниям, по их поведению, по их внешности, мы почувствуем, что есть в них что-то необыкновенное, несвойственное этому миру, поскольку они полностью всегда погружены в Бхагавата-севу, в служение Гранха-Бхагаватам, Бхакта-Бхагаватам. Итак, садгуру должен обладать вечной сварупой в трансцендентном мире. Да, его сварупа сейчас там, но тем не менее он присутствует в материальном мире. К примеру, Рупа Госвами. Он являл лилы здесь, был спутником читания Махапрабху, но в то же время он пребывал во Вриндаване, на Галока Вриндаване, в лилах Радхи и Кришны. Это особенность Гаудия Баджана. Прабхупад одновременно пребывал в лилах Радхи и Кришны, в то же время находился в материальном мире. Бхактивинод такой, как Камала Манджари, находился в лилах Радхи и Кришны, а в материальном мире известен как Бхактивинод Такур. Итак, все, что связано с чистым преданным, никак не связано с материальным миром. Читание Чаритамриты сказано. Несмотря на то, что Гауранга Махапрабху исполнял, различную деятельность, просто по привычке. Он принимал омовение, принимал просад, по привычке. Но в то же время он был полностью погружен в баджан, он постоянно плакал. И точно так же ведут себя гуру и вайшнава. Они постоянно сконцентрированы на служении и думают о том, как помочь освободить этот материальный мир, и действуют в соответствии с этим. Но в действительности они находятся в лилах Радхи и Кришны. Как я уже говорил, дживатма закована в материальный мир, хотя ей этот мир абсолютно не свойственен. Несмотря на то, что дживатма является чинмом, когда Удхаджи Махарадж спросил, как возможно, что джива становится бадхой, то есть обусловленной и муктой, мукта, освобожденной. И как мы читали вчера, Бхагаван сказал, что это бессмысленный вопрос, поскольку то, что происходит с дживой, не что иное, как иллюзия, майя. About myself,
Because Maya is my Maya. Maya is my Maya can. Майя принадлежит мне, соответственно, она никак не может влиять на меня. Я создатель Майи. Соответственно, я не могу быть ни Бадха, ни Мукта. А поскольку джива исходит из меня, я ее создатель, она также является чит. Поэтому все ее соприкосновение с материей — ничто иное, как влияние майи. Джива обладает свободой выбора. Никто не оказывает на нее давления. Если она устремляется служить мне, майя оставляет ее в покое. К примеру, в Брахма-самхите говорится, дживатма в действительности не может быть обусловлена. Лишь из-за влияния майи ложное кажется действительностью, иллюзия кажется действительностью. Джива попадает под влияние трех гун материальной природы, которые оставляют свой отпечаток на ней. Но в действительности это всего-навсего иллюзия. Все равно, что сон. Но когда, как мы говорили вчера, при помощи... Когда мы сможем избавиться от видии и авидии, мы обретем освобождение. Пример тому есть одна история. Жил был один могущественный царь. Однажды на его страну напал со своей армией другой царь. Напал совершенно внезапно, без предупреждения. Царь собрал армию. That king speaking, this land is my land. Why you are taking control? И состоялась огромная битва. Один царь говорит: это же моя земля, почему это ты тут правишь? А царь этой земли, действительно царь, сказал: ну я ведь правлю здесь уже давно, это моя земля. И так они продолжали воевать. Один утверждал, что это его земля, другой, что его, а майя, глядя на них сверху, смеялась. Не сегодня, так завтра вы покинете этот мир и землю с собой уж точно не заберете. Кому принадлежит эта земля? В конце концов, царь
этого государства, этой земли, был убит. Его тело лежало на земле, а его бойцы его армии разбежались. Если нет генерала, не будет и армии, поскольку все зависит от генерала. Есть генерал, есть армия. Если генерал не будет могущественен, бесстрашен, будет труслив, то солдаты не будут слушать его. Итак, тело царя лежало в луже крови. И его царицы, узнав о том, что произошло, прибежали к нему. Они рыдали. Куда же нам теперь идти? Ты покинул этот мир. Кто спасет нас? Как мы будем жить без тебя? Иногда мы видим, что близкие плачут и говорят: «О, как же мы не сможем жить без тебя». Но когда это происходит, их близкие умирают, происходит, проходит несколько дней, и они же продолжают жить. Видя эту душераздирающую картину, Ямарадж Махарадж снизошел к этим царицам, приняв облик мальчика, спросил: «Почему вы плачете? О чем вы так сокрушаетесь?» Царицы объяснили: «Наш царь, наш муж ушел. Он покинул нас. Из-за разлуки с ним мы рыдаем. И что же теперь будет? Кто будет править государством? Государство захватил другой царь». И Марадж в образе мальчика рассмеялся. «Вы говорите, ваш царь ушел? Куда ушел? Вот же он лежит». «О ком вы плачете? По кому вы плачете? Вот же он, ваш царь». «Нет, — говорят они, — атма, его душа вышла из тела». Таким образом, царь — это не тело, это душа. То есть мы видим, что... Видим из истории, что на протяжении 40, 30, 20 лет определенный человек занимает пост царя. Затем он умирает. И куда же он уходит? Куда он? О чем вы плачете? Говорит Ямарадж. Атма ушла. О, так вы плачете по атме, не по царю. А то вы все говорите, что по царю плачете. Так вот же он. Так все дело в том, что атма ушла.
Но я хочу спросить вас, вы видели Атму? Атма, которая находилась в теле царя. Видели вы хотя бы раз то, почему вы сейчас плачете? Нет, никогда. И Махарадж продолжал, так что же, вы плачете, потому что никогда не видели? Так если вы плачете по царю, вот, пожалуйста, он лежит, забирайте его с собой. И тогда царицы осознали сокровенную татву. Мальчик сказал, у меня нет ни отца, ни матери, я совсем маленький, но все равно я очень счастлив. А вы почему плачете? Но не забывайте, что этот мальчик был никем иным, как Ямарадж Махарадж. Он принял такой облик для того, чтобы преподнести нам урок. Бхагаван Шри Кришна говорит, атма чиста, но из-за влияния майи она обуславливается, и ей кажется, что она испытывает счастье и страдания, наслаждение и страдания. Иногда мы чувствуем себя плохо, иногда хорошо, но все это влияние майи. Разве ваша боль и наслаждение зависит, имеет под собой какую-то причину, настоящую вескую причину? Конечно, нет. Если вы посмотрите с абсолютной точки зрения на какую-то вашу проблему, которая приносит вам страдания, то вы увидите, что она, что все относительно. Возможно, вам это доставляет боль, но какому-то другому человеку нет, не доставляет. К примеру, есть люди, которые привыкли к холоду, они могут жить в Сибири, где минус 20, минус 30. А если такого человека послать в Раджастан, где стоит ужасная жара, разве такой климат им покажется комфортным? Нет. Таким образом, когда то, что доставляет страдания одному, может быть совершенно нормальным для другого. Когда кто-то на кого-то обрушивается богатство, и он становится состоятельным человеком, радуется, а саду, видя это, не находит в подобном никакой удачи, никакого счастья. Итак, счастье и страдание относительное. Если посмотреть на них с абсолютной точки зрения, мы увидим их бессмысленность. Знаете, что если, глядя с абсолютной точки зрения на то, что причиняет вам боль или счастье, вы не видите их значимость, они абсолютно бессмысленны.
material people, they are not at all conscious about the spiritual improvement. They are thinking, no. Материалисты не хотят развиваться духовно. Они совершенно не думают об этом. Им кажется, это пустой тратой времени. Зато они очень заинтересованы в материальных приобретениях, в материальной выгоде. И в отношении духовного блага они спят. Ночью демоны спят, а саду, гуру и вайшнавы повторяют харинам, как Бхактивинод Такур ночь напролет повторял святые имена. Он ложился, но спустя полтора-два часа он просыпался и всю ночь повторял харинам. Это замечательное время, поскольку кругом тихо, все демоны спят. Поэтому можно беспрепятственно сосредоточиться на лотосных стопах Бхагавана. Точно так же саду встает ранним утром, в 3-4 часа, в 3-4 утра просыпается и начинает баджан. А материалисты просыпаются часам к 8, пьют чай, читают газеты, потом идут в ванную, завтракают и идут на работу. Итак, каждый день. Но чистые преданные всегда сосредоточены на своем баджане. Как только мы почувствуем потерю связи с Гуру и Вайшнавами, Майя тут же набросится на нас. Но ни при каких обстоятельствах Гуру и Вайшнава не теряют связи с Бхагаваном, с Дхамой, другими Вайшнавами. Но если все-таки что-то подобное происходит, может быть, всего на секунду, к примеру, может быть, какая-то авария. Я сам видел это. На примере Гуру Махараджа он всегда был сосредоточен на своем баджане, повторял с полной концентрацией. Но одним утром он внезапно сказал мне: «Я чувствую, что что-то не так, что-то сейчас произойдет». И спустя совсем немного времени до нас дошла новость, что Гирирадж Махарадж, одежда Гирирадж Махараджа на алтаре загорелась. И подобная история. Гуру Махарадж дал инициацию одному богатому американскому преданному. Он никогда не хотел никому давать посвящение, но этот преданный очень настаивал. Я поехал в Калькутту и приобрел билеты для этого преданного. Когда я вручил ему этот билет, он очень разозлился. Потому что билет был не на то время, которое он
хотел. Я поменял по его желанию билет, и ранним утром он выехал после арати. Он поехал на такси, и как только они выехали, спустя час после того, как они выехали, Гуру Махарадж сказал: «Я чувствую, что что-то не так, что-то происходит». И позвонили и сказали, что машина попала в аварию, и преданные, которые были в машине, были на грани смерти. Их отвезли в госпиталь, в больницу. Когда Гуру Махарадж узнал о произошедшем, он испытывал глубокую скорбь. Мне показалось, что Гуру Махарадж в тот момент все равно, что рыба, которую достали из воды. Он испытывал глубочайшее сострадание к ним. И я чувствовал, что он как будто бы рыба, которую достали из воды. Как будто бы его лишили кислорода. И точно так же вайшнавы, когда теряют связь хотя бы на долю секунды с Гуру Варгой, с Бхагаваном, все равно, что рыба, которую достали из воды. Бхагаван Шри Кришна объясняет, что этот мир, как отражение в воде, отражение в озере, где все вверх тормашками. Где деревья растут корнями вверх. Мы можем видеть, что Япония, Германия изобретают новейшие технологии. Иногда я думаю, что они бы многого достигли, если бы такие же усилия прикладывали к служению Кришне. Они строят завораживающие мосты, то есть особые конструкции разрабатывают. Но им совершенно неинтересна изначальная причина существования этого мира. Мы приходим на Харикатху, и если хотим, то слушаем, если не хотим, не слушаем. Но когда Гуру Падма заканчивал работу,
переодевался и тут же бежал к Прабхупаде. Однажды его укусил скорпион. Вы видели когда-нибудь скорпиона? Меня скорпион ни разу не кусал. Но мою маму, когда мне было 5-7 лет, укусил скорпион, когда она тянулась за чем-то наверху, на полке. Когда он укусил ее, она тут же упала. Ужасная боль, нестерпимая. Этот стих я читал в детстве. Один бенгальский поэт написал его. Кто поймет, насколько болен, насколько больно, когда кусает змея или скорпион? Поймет лишь тот, кого змея укусила. Никак иначе понять невозможно. Пока вас не укусят, вы не поймете. Точно так же, если я стал так называемым преданным, разве я могу почувствовать глубинные чувства читания Махапрабху? Кришна Вираху. Мы слушаем о том, насколько... Какую боль причиняет Кришна Вираха, разлука с Кришной, Радхарани, Чайтанья Махапрабху. Но для нас это все равно, что какие-то истории, сказки. И в таком состоянии, после того, как Гуру Махараджа укусил скорпион, он пришел к Прабхупаде и слушал Харикатху. И когда такое однонаправленное стремление появится у нас, 100% мы достигнем успеха. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, атма скитается по 14 мирам в соответствии со своей кармой, в соответствии со своими самскарами. То поднимается вверх, то опускается вниз. Она принимает разные формы рождения. Рождается то как животное, то как рыба. According to your karma fall, one pig going to eat stool outside row. How karma fall? Иногда, наблюдая за свиньями, мы можем подумать, какой, то есть, что это за страшная карма, что свинья пожирает испражнения. Индра Махарадж took the form of a pig and living his family life with all children. Индра Махарадж также однажды родился как свинья, как свин. Он совершил оскорбление, совершил ошибку, за это получил проклятие и родился в материальном мире. У него была
жена, были дети. Однажды к нему пришел Брахма, спустился. Он сказал: «Индра, ты что тут делаешь? Иди, возвращайся на райские планеты». Индра сказал: «Кто ты? Я Брахма, а ты Индра». «А кто такой Индра? Ты просто все забыл. Тебя покрыла майя. Ты зачем тебе эти испражнения? Ты пьешь амриту на райских планетах». Но когда Брахма пытался убедить его, он очень разгневался. «О чем ты говоришь? Мне тут хорошо, а ты беспокоишь меня». И тогда Брахма решил избавить его от влияния майя. И, конечно же, сделать не так-то просто. К примеру, как дерево, которое 5000 лет растет, не так-то просто его выкорчевать из земли. Оно глубоко вросло корнями в землю. И Брахма решил убить его детенышей прямо перед ним, у него на глазах. Убить и его жену. Когда все это произошло, Индра начал задыхаться от ужаса. А Брахма сказал: «Я же тебе сказал, возвращайся на райские планеты. Хватит, твое наказание подошло к концу». Он говорит: «А что я буду делать на этих райских планетах? Там испражнения хотя бы есть?» «Какие испражнения?» — говорит Брахма. «Там есть амрита». И таким образом Брахма все-таки смог забрать на райские планеты Индру. И таково положение каждого живого существа в материальном мире. И гуру вайшнавы пытаются пробудить нас, а мы говорим: «Не надо, не беспокойте нас, нам вполне нормально». Гуру вайшнавы хотят спасти живые существа от майи, но живые существа этого не хотят. Живое существо принимает разные формы рождения в соответствии со своей кармой, то рождаясь тигром, то человеком. Тигры едят, питаются плотью, пьют кровь. Настолько ужасное существование. Когда Махапрабху шел по лесу Джариканда, направляясь во Вриндаван, он освобождал всех животных, которые встречались ему на пути. Когда он шел в паломничество по Южной Индии, он также проходил по многочисленным лесам. Спутники Махапрабху пугались диких зверей, но Махапрабху не обращал на них внимания, в экстазе пел и танцевал. Балабхадра Бхаттачарья был в ужасе, когда видел перед собой хищников. Махапрабху не обращал на них внимания. Дживатма и параматма находятся в материальном теле, в нашем материальном теле находятся как дживатма, так и параматма. И их тело человека, живое существо, you can find, I myself, and all right.
This in Gita. Then Bhagavan speaking in a tree. Bhagavan говорит. Если ты считаешь, что... То есть тело можно, тело человека можно сравнить с деревом. И весь материальный мир точно так же можно сравнить с деревом, которое растет корнями вверх. Здесь все перевернуто. Изначальная причина существования этого тела — дживатма. Но она пускает... То есть если сравнить тело с деревом, дживатма пускает свои корни в материальный мир, как, несмотря на то, что она должна протягивать их к миру трансцендентному. К примеру, один богатый человек... построил самый дорогой в мире дом. Много необычайно дорогих домов строят в наше время. В Нью-Йорке, к примеру, есть такие небоскребы. Итак, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, деревом, тело можно сравнить с деревом, на ветках которого сидят две птицы. Первая птица — это дживатма, а вторая — параматма. Они вечные, между ними вечные отношения, вечная дружба. Если даже вы захотите избавиться от ваших вечных отношений с Бхагаваном, у вас ничего не получится. Куда бы вы ни отправились, параматма пойдет за вами. Дживатма пожинает плоды дерева. Плоды хороших или плохих поступков. Счастье, наслаждение и страдания. That jivatma, I mean that bird, went to always very interested to take the fruits of this tree. Always very to take. Дживатма постоянно пожинает плоды этого дерева. Whereas Paramatma not going to take. Paramatma is living without any fruits, eternally present. Но Параматма не делает этого. Она не прикасается к этим плодам. Итак, так или иначе, никакое живое существо не сможет избавиться от вечных отношений с Бхагаваном. В Шри Чайтанья Гаудия Матхе раньше я
говорил Харикатху утром и вечером, иногда утром, иногда вечером, по наставлению Шрила Бхакти Валабхи Тиртхи Госвами Махараджа. И однажды один пандит задал мне вопрос. Махарадж, если Дживатма и Параматма близкие друзья, куда бы ни пошла Дживатма, Параматма идет за ней. И никто не может их разъединить. Если это так, то за свои грехи Дживатма идет в ад. И что же, Параматма идет за ней? Если они никогда не оставляют друг друга, что же, Параматма также идет в ад? В ответ я также задал вопрос. Наказание направлено на Дживатму или на Параматму? Кто страдает от плодов кармы? Кто пожинает плоды кармы? Параматма или Дживатма? Дживатма пожинает плоды Дживатма. А Параматма просто наблюдает, она ничего не делает. Все равно, что камера видеонаблюдения. Она пристально наблюдает за каждым действием Дживатмы. И, конечно же, Параматма не хочет, чтобы Дживатма, ее близкий друг, страдала. Но все, что она делает, просто наблюдает. По собственной воле мы неправильно используем свободу, которая дана нам, свободу выбора. И поэтому получаем страдания. Этот пандит ответил, да, страдает, то есть плоды пожинает Дживатма. Параматма страдать не может, это сверхдуша, это сам Махавишну. Махавишну сначала принимает форму Гарбхадакашая Вишну, затем Кширадакашая Вишну. А затем Анирудха Вишну. И как Параматма, в форме Параматмы Господь находится в сердце каждого живого существа. Так как же Вишну может пойти в ад? Бхагаван говорит, я нахожусь в этом материальном мире, но в то же время меня здесь нет. Как понять это заключение Господа? Или, к примеру, Чайтанья Махапрабху говорит Санатане. Ты только что сказал, что ты находишься в каждой пылинке этого материального мира, а теперь ты говоришь, что тебя здесь нет.
это и есть непостижимое могущество Бхагавана, которое невозможно постигнуть материальным разумом. И даже если Параматма, сказал я, отправляется за Дживатмой в ад, это не значит, что она будет страдать там. Это Чатуршлоки Бхагаватам, в которых говорится, что я, Господь, пребываю в каждом атоме материального мира. Я повсюду, и в то же время меня здесь нет. Я повсюду, и я нигде. И подобное такое возможно для Бхагавана. Итак, я дал такой ответ пандиту. Лишь когда Дживатма страдает, и Параматма наблюдает за этим, она плачет. Она говорит: «Ведь я никогда не говорил тебе делать это. Теперь ты просто пожинаешь плоды своих грехов». Даже в материальном мире мы видим, как прославленные, уважаемые люди, к примеру, Рабиндранат Тагор, который получил Нобелевскую премию, у него не было покоя в жизни. Его дочь не отличалась хорошим характером, у него были плохие отношения с женой. Может быть, вы слышали о Видьясагаре? Он известен по всему миру. Он точно так же, у него в жизни не было счастья. Он женился, то есть он стал женить вдов, в то время никто этого не делал, но стал выдавать замуж вдов. И этот Видьясагар был учителем Бхактивинода Тхакура. В детстве он был очень беден, настолько, что нечего было есть. Затем он прославился своими познаниями, стал профессором в институте. Даже англичане выражали почтение ему. Он прославился за свою материальную мораль. Но не было в его жизни счастья.
Его единственный сын вырос негодяем. Его мать звали Бхагавати Деви. То есть он в конце концов ушел в Варанаси. У него не было никакой связи с семьей, жена умерла. Еще несколько знаменитых людей, чтобы вы поняли, что есть майя, что нет в материальном мире счастья. Один политик, знаменитый политик, материальный пандит, встречался с Бхактивинода Тхакуром. Бхактивинода Тхакура рассказывал ему о учении Чайтанья Махапрабху, но тот не принял. Он написал «Вандано Бхарат Матте», то есть Вандану Индии, Бхарате. Но жизнь его была полна страданий. Он был очень уважаем, был выдающимся писателем. Его называли царем литературы. Но духовно он был слеп. Его жена умерла из-за болезни. Была единственная дочь, которая стала убийцей. А, простите, ее кто-то убил. Though it was true, P.B. Shelley, Keats, Wordsworth, all big writers, Wilson, he was more and more important than them. On those days, big writer in England, that big poet and writer, but he was more and more important. Один знаменитый поэт в Индии отказался от своей религии, от родной религии и принял христианство. Затем поехал в Англию и стал знаменит там. В действительности он был более талантлив, чем прославленные английские писатели. Но англичане не выражали ему такого почета, поскольку он не происходил из Англии, а был родом из Индии. И в конце концов он обнищал. Видьясагар посылал ему из Индии деньги. Его должны были арестовать. Но Видьясагар прислал деньги, которые спасли его. Но когда он оставлял тело, он попросил Чаранамриты Радхи Кришны, несмотря на то, что он принял христианство. Ведическая культура безгранична, и только глупец может покинуть Бхарату и отправиться на Запад, в Европу, куда бы то ни было еще. Это влияние майя.
Итак, можно быть очень знаменитым, богатым, но это вряд ли принесет счастье. Думаете, Пурурава был глупцом? Он был бесстрашен, был мужественен, могущественен. Сражался за полубогов, великий воин, но под влиянием майи он потерял голову от Урваши. Никакой полубог, ни Брама, ни Шанкар не могут бросить вызов майе. А если они сделают это, то есть если кто-то сделает это, она тут же жестоко накажет его. Только тот, кто предался моим лотосным стопам, точнее, лотосным стопам чистых преданных Шри Кришны, смогут выйти из-под влияния майи. В противном случае живое существо продолжает скитаться по материальному миру. Вриндаван Дас Такур говорит, что мы можем сделать для них, как мы можем помочь им. Лишь те, кто по-настоящему приняли прибежище у лотосных стоп Бхагавана, могут обрести спасение. After this body, after the when you are going to leave this body, you think you cannot get any mother? Вы что думаете, после того, как вы оставите это тело, у вас больше не будет матерей? Конечно, если вы обретете ситхи, то вы будете избавлены от этого. В противном случае вам придется родиться в лоне новой матери. Пока вы находитесь в соприкосновении с майей, вы скитаетесь по материальному миру, и никак этого не избежать. Бхагаван Шри Кришна говорит, Bhagavan Sri Krishna speaking, Suparnaveto Sadrisho Sakayo Jadrichayoito. It is written, Kito Nirochabikshe. Two friends. And in Upanishad also same sloka. In Upanishad also. И здесь, и в Упанишадах приведена одна и та же шлока. Немного она отличается, но значение одно и то же. Как я уже сказал, one of these two birds
параматма и дживатма в форме птиц находятся на ветвях дерева. Одна из них пожинает его плоды, а вторая только наблюдает. Она ничего не ест, но необычайно могущественна. Все это мы уже обсудили, и завтра мы будем говорить о том, как самоосознавшая себя душа, как обусловленная душа, видит этот материальный мир. Бхактивинода Тхакур, к примеру, объясняет, что этот материальный мир не иллюзорен, он действительно существует, но он временен. А Майвади утверждает, что он иллюзорен. Настоящие пандиты воспринимают этот мир как сон. Они не испытывают боли от происходящего. Может быть, умирает их жена, дочь, отец. Но они не переживают по этому поводу. Когда два человека ссорятся, дерутся, мудрец, наблюдая за ними, понимает, что если он сейчас подойдет к ним, то вряд ли сможет помочь. Таким образом, пандит лишь наблюдает. Он видит перед собой проявление раджагуны и тамагуны. И лишь наблюдает. Наблюдает за этой игрой Майя Деви. Он не вовлекается в их ссору. Когда обвиняют друг друга, критикуют друг друга. Оба идут к Ямараджу. Хотя мы живем в материальном мире так же, как и живут вайшнавы, в действительности хоть нам и кажется, что это одно и то же, жизнь вайшнава и жизнь обусловленной дживы. На самом деле между ними нет ничего общего. Вайшнав — самоосознавшая себя душа. Он не страдает от горести этого мира и не испытывает счастья от материального мира. 11 глава, 11 песня Шримад Бхагаватам необычайно важна. Если кто-то сможет осознать ее, майя будет безвластна перед ним. Просто слушать недостаточно, необходимо применять это в собственной жизни. Завтра я приведу один практичный пример из собственной жизни, касаемо этой шлоки, о том, как змея пожирает лягушку.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Vanchakal Bhattarasi, Kibasindhu Bhavajapati Thanung Bhavane Bho. If you can remember, don't forget, up to the last moment, even after death, you should not forget. Mean you can get lose everything. All big treasure, all your bank money is not treasure. It's called treasure. It's called treasure.